на эту. Кого он там играл, Миша Галустян в КВН? Как она? Не знаю, кого он там играл. Папа... Школьницу он там с косичками тоже играл. А, ну да, помню. Да, портфель. Она хочет на машине. Жалко, Дарины нету. Но я ключи ей оставила. Вот пойдем мы сейчас. Ветер, правда, вы уж извините. Вот, да. Надо тебе купить новые. Три рюкзака. Да, потому что мы взяли чай, кружки. Ой, какой ветер. Ну вот, как мы с Сашей и предполагали. Да, Сань, потому что ветра не будет тут. Намного меньше. Там дует, конечно. Настя снимает там. Одни блогеры. Ну, конечно. Вот Жуленька бегает. Короче, мы решили, Бусю не будем. Настя с Димой... А, у папки, у папки. Тогда я воды попью. Ну, как бегает. А она тоже бросится. Ну, не надо, она домой побежит, нет, жалко. Ну, поэтому идем мы гулять. Надо раз в неделю собак выгуливать. Димка, вот когда у нас жили, он часто выгуливал. Что там жуешь? Жвачку? Как носится. Тома, грязь же. Том, ну куда ты? Завтра вот в садик, а ты за грязная будешь. Ух, я сама в грязь наступила. Женечка, дай мне тоже попить. Женя, дай маме попить. Алин, штаны не тонкие у тебя, не? Нет. И носки надо было потолще надеть. Мама, не, не, вообще-то толстые у тебя. Там. Не бегай сильно, уже сейчас жарко тебе будет. Мне уже жарко. Не растет. Не вот растет. У нас, у Насти, мне ужасно всегда жарко. Насте и Женьке. Алинке всегда холодно. Пар выпускаешь. Смотрите, мы куда-то наш Димка ведет. Сусанин. Мам, аккуратно. А мы потеряемся, ну, Димка забыл. Мама, вот тут, а где я? Тут живу? Даже колеи какие-то. Откуда тут колеи такие? Мама, ты какую палку, она сразу взяла. Откапывают эти пожарные шлёты, чтобы дальше не шёл. Мама, ты это медведь сел? Нет, это от старости. Нет, рано. Она сейчас убежит. На место придем, дадим бутерброд, тогда отпустим. Да. А то она побежит домой. Только ее не тяни тогда. Наклоняйся. Я низенькая. Это тебе. Да. По поводу стерилизации. Вася там прочитал комментарий, что есть такие уколы, ставишь, и там 6-7 месяцев можно не беспокоиться. Вот. Настя с Димой в Красноярск поедут, а я вот вроде начала говорить, и меня перебили. В общем, поищут в ветлечебницах. Ничего такого подобного ни в Боготоле, ни в Ачинске, даже в Тюхтете нет. Это 100%. Это надо только в Красноярске искать. И то, видимо, узнавать, прям конкретно узнавать. Чё там? А? Чё там? Томка, что ли? Тут пойдем. Мама, три, кто-то лисички срезал. Угу. Тоже видите, какая-то борозда. Что за борозда? Чё? Борозда. Укалилась. Укалилась? Укололась. Ёлочки какие. У нас была такая ёлка.
у нас почему-то продают именно вот такие елки. А самим нельзя срубить, понимаете как? Если сам срубишь, тебе 5000, может 10. А мы покупали рублей за 600, наверное. И все наши зрители писали, почему она такая лысая. А мне так комментарий понравился. Ева Питер такая написала. Самый вы лысый и такая елка. Ой, мне так очень... Это было прошлым летом. Ой, прошлой зимой. Видите, какая? Красивая. Ничего не лысая. Только было ветер утих, и опять начался. Что забыл? Путь домой. Кого? Путь домой. Путь домой забыл. Мы уже пришли, можно сказать. Почти. Да. Смотрите, какая благодать. Далеко все видать. Как я прям это... стихами заговорила. Надо беречь, беречь, бережить. Вон еще чипсы. Вау, как красиво, Саша говорит. Мы сегодня даже не собирались зажигать костер, потому что такой ветер сильный. Даже не надо думать об этом. Чисто прогулялись, чай попили и домой. Обертка от шоколадки. Тащит так усердно. Отпускать можно. Дайте ей бутерброд. Дима, дай бутерброд. У тебя же собаки. Не подходите. Тома, не ходи, не ходи, милая. Да, все, и они не убегут. Угу, пойдемте за столик. Это муравейник, нет?
Да не говори. Смотрю, ветра нету, взяла телефон и опять ветер поднимается. Думала вся об этом. Та машина, которая вы там гуляли, приехали, сказали, осторожно, а то упадете. Потому что мы там выглядим все как маленькие дети. Че он тебе там дал? Косточки. Так. Мы буквально минут 10 поиграем сейчас. Какой телефон? Я тебе даже не знаю, что такое какой телефон. Дома говорит, я телефон дома забыла. Садитесь. Папа начинает пить. Садись вон там. Потом дети. Мама, ты расскажешь правила? Да, расскажу обязательно. Мама, где шоколадки? Вон там где-то. Вон Женя по школе. Так, начинай, отец. Санечка, вон можешь около Саши встать. Да. Ух, какой ветер, все упало. Шапка. Шапка? Ты слишком хорошо сказал. Шапка. Дипка проиграл. Все угадали. Давай. Давай ты. Давайте, мам, от отсюда до тут. Давайте. Сейчас, Саша. Сюша, с вас упадили. Санечка, начинай. Чё? Существительное надо говорить. А это существительное. Очень существительное. А ты мне сказала несуществительное. Начинайте. Первое мне 8. Нет, Санечка, сядь туда на меня это. Надо что, существительное? Все, что движется, да? Нет. Существительное. Которое отвечает на кто, на что. Все, что. Да. Говори, говори, нет, не повторяй. Чё? Шарик. Нет, машина. Да подождите, мы еще даже не сказали. Шишак, я услышала. Тома сказал шарчик. О, я сказала шишак. Ну, и я думала шишак. Машина! Это Алина мне так сказала. Я сказала машина. Конечно. Лина сразу подслушивает. Что за слово? А потом Томочка. Алина даже не знает такое слово. Что, сказать не сможешь? Давай, что услышала. Саш, ты зачем в глаз говоришь?
Ну ладно, говори, Санечка, Диме. Диме говори. Чё? Чё? Дима, передавай дальше, что слышу. Ну давай, Женя. Ух, от меня. Это сторона не дошла. Давайте, что услышал, Санечка? Кадак-кадак. Каткат какой-то был. Саша. Лак-лат. Эхолокация какая-то. Геолокация какая-то. Можно я теперь подумать? А пространстве. Пространстве? А мне она говорит, эхолокация. Жила геолокация. Все, идем мы домой. Ой, нахохотались. У меня аж слезы пошли. Вот там семейство наше собирается. Темнеет уже. Домой надо идти. Как не узнаем? Дима знает. Ну, доченька, холодно и ветер какой сильный. И так хорошо посидели. Ну, вот видишь, ноги устали. Все, пойдем домой. Девчонки не устали. Бегают по взгоркам. Купили мы игру Томми, две штучки, конечно, даже разнос вот этот мы отдельно взяли, чтобы она могла играть. Да, Алекса на выходные придет и будете играть. Вы в садике так играете, да? Угу. Вот. У нас не такая посуда, у нас вот эти нет, вот это нет, и вот этих, вот это тоже нет. Тарелочки только большие, но тут не такие маленькие, угу. С рисунками. Да, Женя, Саша сидят в своих телефонах. Они попросили полчаса. Алина делает. Алина, ты уроки делаешь? Нет еще. А что ты там делаешь? Телефон сидит. Нет, разбираю стол. А, ты подожди. Ты там порядок наводишь, что ли, у себя? Да. Алина тут порядок наводит. Дарины до сих пор нет. Алена ее, видимо, там еще не отпускает. Вот. Заколки купила. 100 рублей 24 штучки. Это все выкинуть. Кстати, дочь, надо будет это, ну, проверяй. Надо найти разнос. Пылина, грязина идет от этого хомяка, от нашей пухлы. Она такая дикая. Она по колесу не бегает, она за колесо зайдет и давай его царапать, грызть, что-то там с ним делать. Да? Зачем? То лестницу вот эту ж по всей клетке таскает. Ей скучно, наверное, из-за этого. Такой вкусный прям. Пахнет, я хочу. Очень вкусно пахнет. Они одинаковые, что ли? Прям да. Пахнет одинаково. Я еще не такие духи прям. Такие сладкие-сладкие. Прям очень вкусно пахнет. Видел. От Иришки и Несельской. С любовью. О, какой этот красноярский край. Так, ладненько. Алина прибирает все. Будешь? Хотя он не будет, он всегда проигрывает. Вы только что играли. Саша, ну, брат Саша с Женей играли. Она его там обманывала, как хотела, всяко-разно. Саша тоже. Кстати, доченьки, милые мои, мы пошли сегодня. Хотела купить вам в школу такую игру. Нету. Я продавцов попросила, чтобы они заказали, они там записали. Найдут, не найдут эту игру, не знаю. Вот. В общем, вот так. Сказали. Нету, я обещала в школу купить. Надо поискать где-нибудь. Балдери, знаешь, еще хочу что? Эту, Луда-то, которую вот уже играем, только магнитную.
А то у нас она вся развалилась, дети постоянно играют. Где у нас Дарина до сих пор нет, прикинь? Это позвоните ей спросить. Я могу позвонить. Играй, я сейчас сама узнаю. Алешенька, ты не забыла, что там куром варишь? Дима, сейчас тебе все правильно. Здесь просто так, обычное лепко. Я когда хорошо, одинаково смотри. Вот так. Тихо, ну ладно, смотри. Играйте. Я считаю, да. Раз, два, три. Дверь. Раз, два, три. О, все. Раз, два, три. А все, ты проиграл. Да Настя уже второй раз, мам. Я хочу еще раз. Все, мы поехали, нам топить баню надо. Я тут так хохотали. Мама, не я с тобой. Хватит, донечки, уроки делать еще. Женя, что случилось? Да английского еще 3 дня. Кого? Да английского еще 3 дня. Женька ни разу не выиграла, вот и ноет. И я ни разу. Так, Женька, посмотри на меня, милая. И послушай меня внимательно. Не везет в картах, повезет в любви. Если вы так будете реагировать на то, что не выиграли, я просто не дам вам в эту игру играть. Сашка, потому что мухлюет. Как она мухлюет? Пока мы начинаем разбираться, кто какую положил, Сашка тихонечко нажмет. Ой, капец. Так, дочь, прекращайте. Убирайте игру. Я не новый, мам. Все, молодец. Да что-то а то игра у вас превращается. В следующий раз поиграете в монополию лучше, она спокойнее. Так там нету самой главной штуки. Кстати, мы не можем ее найти. Доску? Ну. Куда могла деться? Так, ну ладно. Напорванная. Дарина позвонила, что они только что закончили, она идет домой. Поэтому все нормально, все спокойно. Просто Алена долго держала, она же давно, они не репетировали. Вот. Давай, Алина поедем. Закончила там. Я у себя на полочке, около зеркала. Ой, спасибо. Ну, понятно, ее полочка, она сама. Все. Короче, кушаете и идете домой. Вам принесли поесть. Ну все, прощайтесь. Всем пока-пока. Да, всем пока. Сейчас папка печку затопит и будет тепло и хорошо. Все, спокойной ночи всем. Всем удачи.